Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Добрый день, Станислав Беленький. А откуда вы к нам приехали? Я из Петербурга, здесь нахожусь. А что вас привело в медицину? Желание принести пользу людям. И какая у вас сейчас сфера интересов? Молекулярная биология. Подскажите, почему вы приехали на этот форум? Ну, чтобы расширить и круг знаний, и круг, собственно, знакомств в научной сфере. Вы занимаетесь только молекулярной биологией или онкологией в том числе? Собственно, онкологией, да, применение к онкологии. Чемпионат мира по футболу или онкологический форум? Ну, конечно, онкологический форум. А за какую команду болеете? Россия, соответственно, да. За какое достижение вы собираетесь получить Нобелевскую премию? Ну, у меня пока более скромные задачи. Ну, а вот если вдруг вот посмотреть на свою работу и сказать, что вот за это я бы получил бы в будущем Нобелевскую премию? Ну, например, диагностика онкологических заболеваний с помощью проявлений их в геноме человека. Спасибо большое.